Здравствуйте! Мы начинаем наш маленький штаб и... Концерт Тони Ше! МакПлакпинова! Это Тони МакБрайна? Нет, как он там зовут? Тони МакАлпайн! МакАлпайн! Короче, Тони МакЛау! Давай, МакЛау, да! Чернокожий друг! Короче, говорят, что все будет хорошо. По-любому. Да, мы за это сейчас будем что? Пить! Все! Эй! Наливай! Наливай! А, добрый вечер, да, это уже было, да? Я тоже пришел посмотреть на Дункана МакЛауда с гитарой. Центр. И, в общем-то, каждый желающий сможет подходить, а, вот сюда, да? А, замечательно, вот. И, в общем-то, можно будет задавать вопросы. Итак, кто-нибудь из звукорежей, покажите микрофон. А вот нам еще и педаль привезли. В связи с чем они постоянно болтаются и бьются друг об друга. В связи с чем педаль громкости уже давно является инвалидом. Вот. И часто она уже при смерти находится, как было вот во время саундчека. Вот. Сейчас она вроде бы хорошо себя чувствует, но мы решили перестраховаться и взять педаль у какого-то известного местного гитариста. У кого мы ее взяли? Вик Салтовский. Там присутствовал Айкиби Присто, барабанщик из Бразилии. И замечательная молодая гитаристка, 22 года, Нили Браш из Израиля. Это сразу объясняет его отношение, в принципе, к женщинам-музыкантам, где основного шоу Тони пойдет в народ, подписывать автографы и так далее. И, в общем-то, там можно будет приобрести немного с собой, у него еще осталось этой новой записи. Следующий вопрос. Ну, на самом деле, любит слушать все. Ну, надо сказать, что играет он довольно-таки в различных, разнообразных жанрах, стилях. Ничего конкретного, я просто люблю музыку. Ну,
когда он начал заниматься музыкой, да, там ведь не было таких как бы героев, поскольку он начал заниматься фортепиано. Поэтому больше было чтение, как годы, и он играл на гитаре, и играл с различными замечательными гитаристами, например, Винни Мур на первой записи. Потому что это, кстати, пятый город нашего тура, поэтому уже как бы вопросы вот такие, а ответы могут быть вот такие. Скажите, пожалуйста, как вы оцените творчество Скотта Хендерсона и Джона Маклафлина? Ну, честно говоря, нету вот каких-то вот самых таких любимых.